Делегация Югры участвует в международных рождественских образовательных чтениях, которые сейчас проходят в Москве. Вместе с главой метрополии Павлом в столицу приехали представители Департамента образования и молодежной политики Югры, а также священнослужители, преподаватели воскресных школ и православных гимназий, сотрудники духовно-просветительских центров, а также учителя общеобразовательных школ. Цель форума – объединить религиозное и светское образование в просвещении общества. Тема нынешних чтений – «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». Патриарх Кирилл отметил, что в свете событий на юго-востоке Украины эта тема приобретает особую актуальность. Символично и то, что место крещения Руси князем Владимиром, древний Херсонес, расположенный на территории Крыма, вернулось в прошлом году в состав России. Вспоминая равноапостольного князя, мы обращаем наш мысленный взор к ключевому событию, связанному с его именем. Это событие вошло в учебники как крещение Руси. Эти рождественские чтения, они дают нам толчок, скажем, к новому этапу в образовании и воспитании. Это для нашей делегации, которая, скажем, представляет сегодня более 80 человек, этот опыт, тот заряд, тот толчок будет очень полезным и нужным, и необходимым сегодня как воздух.